Завтра, 6 марта, в прямом эфире телеканала «Регион-29» «Хоккей с мячом». Наш водник у себя дома сыграет ответственный матч четвертьфинала Суперлиги против иркутской «Байкал-Энерги». Начало встречи в 13 часов. Первая игра в этой паре завершилась победой «желто-зеленых» со счетом 4-2. Так что в случае победы в субботу водники пройдут в полуфинал. В случае, если в завтрашнем матче сильнейшие окажутся иркутяне, то тогда полуфиналист в этой паре будет решать в дополнительной игре 7 марта. Напомним, победитель пары «Водник Байкал-Энергия» в следующем раунде плей-офф сыграет против победителя в противостоянии московского «Динамо» и